Можешь сам сделать крайне твой коротенький анализ матча, как он начинался, как продолжался, ну и как завершился? Ну, коротенький анализ, я бы не делал. На самом деле нет, матч был нелегкий, то есть сначала было достаточно трудно, первый сет час 20 длился. К сожалению, он был для меня неуспешным, но в общем я считаю, что он забрал не слишком много силы, то есть человек был заметно, еще сет, человек уже просто или он начал. Психологическое точки зрения было достаточно тяжело. И сначала было, и даже очко было очень важно, и боролись за каждый мяч. И на самом деле я очень рад, что он просто физически сбросился. Ну вот это первый сет, но мне казалось, что ты и действовал не так жестко, как потом. Ну, в какие-то моменты взрывался, а так играл более, ну, что ли, осторожнее. Ну, я бы сказал, да, что, в принципе, на самом деле он очень любит контратаковать. Так как сегодня у меня не особо складывалось подачи, то, в принципе, особо прямых ударов и атак у меня нет. То есть ждать с ним, ну, он, в принципе, вот это, я рассчитывал на то, что физически он не сможет. Ну, так оно случилось. Как ты думаешь, ну, этот его физический провал, насколько быстро он сумеет восстановиться? До воскресенья, допустим? Ну, до воскресенья он, разумеется, успеет, просто сколько он выдержит, опять же. То есть восстановиться может каждый, завтра все восстановятся. Как все физически? В порядке? Мне все замечательно. Настроение? Еще лучше. Сейчас я болею за вас. Сергей, есть ощущение, что мы играем в Таллине? Как конечно, зрители? Конечно, все-таки у нас даже в Днепровске было зрителей намного больше. Да, конечно, они очень громко были, потому что им огромное спасибо, но все-таки количество. Качество есть. Это тот момент, когда мы берем качество, а не количество. Спасибо. Кого не кричим с нами?